сразу вот там 7 книжек, которых вы тут не найдете в нашей библиотеке. А что делать? Потому что это все тоже какой-то частный, как это называется, частный бизнес, да? Мы не бизнес, а частный антибизнес. Мы когда пишем, мы не можем на этом заработать, а только наоборот. Но вы напишите книжки основные по нашему спецкурсу, который называется «Динамика и сейсмостойкость сооружений». ДБР по проектированию сейсмических районов. Я сейчас номер не пишу, это долго. Мы сегодня будем торопиться. ДБН по сейсмическим регионам, по проектированию сейсмических районов. ДБН по стальным конструкциям сейчас на обсуждении, страшно возмущены проектировщики металлоконструкции. Вот долго там создавалось, и вот создано ДБН по металлоконструкции. Ну и есть книжки по динамике сооружений. Я Клейна всегда рекомендую сначала. Там есть два учебника Клейна. Георгий Константинович, московская группа преподавателей, строительного университета. Главный редактор, еще несколько человек. Но название «Руководство практическим заданием». Вот строительная механика. Такое название «Повтор», там такое издание вышло, и у нас полно библиотеки, 70-й год. А не вышло вторым, потому что преподаватели не рекомендуют, да и сами не читают. То же самое название. Дальше. Конечно, для того, чтобы делать хорошую работу, я подразумеваю здесь опять из студентов, присутствующих, тех, кто будет делать по нашей кафедре исследовательскую дипломную работу. В чем слово «исследовательский»? Что оно дает? Оно дает право не ходить по смежникам. Это вы еще не все понимаете, смежникам не говорите. Но если кафедра решает диплом исследовательский, то делается только вот по нашей кафедре. Мы там делаем какие-то расчеты, никакой экономики, ТСП, ничего нет. Но исследования тут глубокие, без большого объема чертежей, а только поясненная записка и интересный результат. Как мы делали по Волгоградскому мосту, по демпфированию колебаний, защите от колебаний, гашению колебаний, промздание одноэтажных. Там очень много тем. Я сегодня коротко эти темы перечислю, чтобы вы знали, что такое есть, и повешу на стенде кафедры. Так вот, все-таки надо говорить о том, что есть теория колебаний. И это не название книжек. Теория механических колебаний, введение в теории колебаний, разные авторы. Слова легко читаются в нашем мире. Дальше можно назвать много книг успел «Карапелье строитель» Бановка, Яков Ильич. Он зацепил несколько интересных тем в теории колебаний, переходя к сооружениям и конструкциям. В кораблестроительном институте, конечно, он не рассчитывал многоэтажные здания, но есть книжки по введению в теорию колебаний. Ну, что достанете, то и почитаете. Дальше. Учебная литература есть
строительная механика. Я рекомендую, ну, не бросаться, так сказать, но хотя бы 3 тома Московского строительного университета иметь в виду. Первый том стержневые системы, второй том тонкостенные, оболочки, плиты. И третий том динамика и устойчивость. Мы еще мало изучили эти даже штуки. Это 3 тома. Как правило, автор или главный редактор Смирнов Анатолий Филиппович. Меня зачет Евгений. И Шапошников, профессор, тоже практику вел Николай Николаевич. И, в общем, целая бригада, Московский институт инженеров транспорта. Там мосты факультет, как наш ДИИ, да? Там есть факультет ПГС, как наш БГАЗ. То есть очень мощная там создана была группа, ну, исторически, да, вот с 40-х годов. Создавала школа Смирнова, и вот лет 20 он создавал ее, укреплял, и до сих пор она мощная. И потом он перешел к ней строительной конструкции, тоже там работал хорошо. Ну и, в общем, эта группа хороших учебников. Ну и, пожалуй, переизданная «Везуха». Это наш факультет, это со строительного факультета. И Татьяна Анатольевна подходит и говорит: вы знаете, я занимаюсь сейчас динамикой, там у вас нет книжки Лужина, она его почитает, это ее по ней. Название вроде устойчивости колебаний, но в примерах и задач. Сооружение. Просто там через примерах и задачи. Так здорово. Это тот вопрос, что я хочу, чтобы мы вот развиваем нашу новую форму, ну новую для этой аудитории, необычную форму цикла бесед о сложных проблемах статики, динамики сооружений, устойчивости сооружений, зданий. Мы должны как-то примеров побольше давать и на них показывать, что мы оставляли пока что, не обращали внимания на какие вещи. И ежели так, то давать тут примеры, задавая примеры, скажем, на доске, или что можно посчитать вручную, решаем на доске. Просим всех входящих в компьютер дома или здесь, в большом зале, там Мирова ждет в 502-й аудитории, и вы можете решать эту же задачу для проверки себя, вы решаете эту же задачу на компьютере, зная ответ. Или дальше на следующем занятии мы встречаемся, кто-то на Белинде решил там эту задачу, кто-то на Скаге, кто-то на Лире. Но ответы должны быть близкие простых задач, если вы линейную систему считаете вручную или на любом компьютере. Так что вот есть такой замысел. Тут вы можете брать задачи готовые, там в числах, не просто как, знаете, там единицу, а там конкретно материал, момент инерции, сечение, почему такое. То есть все как инженерная задача обычно вам дают ее решить, и вы ее решаете в реальной объектах. Ну, это вот какое первое, переход от прошлой лекции. Значит, мы там, ну, как бы делали введение в разные виды задач инженерных, не говоря о том, что это дипломный проект, или магистерская работа, или исследовательская какая-то, кандидатская работа, там, докторская, все равно. Все эти задачи перекликаются. Если хорошую закрутить задачу с юных лет на магистерской работе, а то и на курсовой, или на третьем, четвертом курсе, то можно так хорошо набраться ключевых слов и идей в этой задаче, что она будет вас вести, ну, лет 10, то защита уже последней в Украине стадии, то есть докторской диссертации. От курсового до докторской
Человек, который управляет своим сознанием, своими действиями, он может это сделать. Я-то так говорю, что я всегда мечтаю, что сначала, когда я пришел в ВУЗ из каких-то других там проектной работы, академической, я думаю, вот тут же есть масса хороших ребят, вот давайте найдем такого человека, который с первого курса начнет ходить у нас в кружок, и на пятом защита диплома будет на следующий день защита кандидатской диссертации. То есть так сразу его подготовить. И это нормально, но нет же тут же условия такие же. Гулять, главное, студент это гуляет, он отдыхает. И вот это как-то не совпадало, я уже сейчас не мечтаю. Хотя те же талантливые дети есть, и в школе надо их брать и учить уже целенаправленно. Так мы восползались. Итак, мы в прошлый раз уделили внимание статике. Все эти термины там страшные. Я буду только статическое определение, системное определение, геометрическое неизменяемое, мгновенное изменяемое, геометрическое изменяемое. Потом перешли к расчетам, прошли метод сечения. А в расчете фермы какие три способа мы используем при расчете фермы, чтобы определить внутренние усилия фермы? Вчера, в прошлый раз мы ферму не брали. Стоп. Это вы подсматриваете прошлые лекции. Это правильно для статической неопределимой системы. Послушайте вопрос еще раз. Я говорю, метод сечения. Он используется для всех. И статически определимых, и неопределимых. А я говорю теперь в расчете первого. Я хочу найти все продольные усилия в первом приближении, считая, что там шарниры в узлах. На самом деле такого не бывает, ну или раз в тысячу лет, может, я не слышал, чтобы была первая шарнирная узла изготовлена. А так мы считаем, что там может быть похожий результат на расшарнирный узел, и тогда какие три способа найдут все усилия во всех стержнях? Кричите. Раз. Способ. Вязание. Еще. Чего? Точки. Громкость должна быть такая, что человек уверен. Вязание узлов как звучало, да? Все станции мира записали ваш громкий ответ. А еще? Это точки ритма. Правильно. Моментные точки. Да, и ритм. Пешек моментные точки. И все, ты их не делаешь. Как студенты говорят, если я скажу, вот сейчас кто скажет, то тогда ему ничего не будет. Булочку. Но вот раскос. Как усилия раскос найти в такой ферме с параллельными бойца? Какой? Сечение. Это метод сечения. Мы всегда их балки считаем, рассекаем. Это метод сечения. А способ, чтобы найти вот усилия в раскосе, вы уже нашли моментные точки для поясов использования, да? Вырезание узла, там нулевой стержень можно найти. А вот как быть с раскосом? Что мы возьмем? Какое уравнение равновесия, чтобы найти усилие в раскосе? Столетово считают до трех. Раз. Нет, столетово не знаю, считать. Легко где? Почему ее нет? Почему она нашлась? Как все? Что вы так говорите? Где она? Магистр. Магист уже? Защитилась таких? Еще нет. Ну, а что, магистрант какой-то там недоделанный. Магист. У нас тут магистры есть. Поднимите руки, кто? Два магистра в списке. Раз. Еще. Нет. Значит, магистрант. Магистрант – это хорошее дело, но, видимо, способные люди находят себя по разным причинам, находят все-таки себе полегче жить, больше родителей.
комитетом в курсе кандидатов? Нет. Так, способ проекции можно назвать. Да? Когда я разрезал неизвестные усилия, это войдет в сумму проекции на вертикальную ось там Y, реакции войдут в какой-то части, и это усилие такой фермы, если параллельно. Способ проекции. Ну, хорошо видно на последней партии эту ферму. Да. Вы определите, сколько нулевых стержней при такой нагрузке. Надо было им сказать, что не видно. Сколько нулевых стержней, если шарнирная ферма во всех узлах? Кричат все. От докторов, кандидатов. Вот. 5 кто-то сказал из высшего состава. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще какие есть ответы? Значит, я быстро вырезаю узел, да? Вырезал узел. Две силы нечем уравновесить, нагрузки нет. И какая бы реакция там ни была, это все сейчас не работает. В этом узле больше ничего нет. И так далее. Вот эти узлы повырезали. Там сила 1000 кН. Но этот узел не работает, и мне во что упираться в этой конструкции. Да? Поэтому, доказывая строго из этого вырезания этого узла, мы доказываем нулевое усилие вертикальным стержнем. Вот это такие парадоксы, что... Да, 7. А? 7. 7 нашел, да. Ну, давайте еще раз. Я пишу нули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столько центральное, да? Молодец. Разбирается? Так. 5, 6. Правильно. Это просто, чтобы вы как бы практики. Что тут неправильно? Конечно, мы не имеем таких ферм с шарнирными узлами. Это для начала вот так примерно. Посчитать, прикинуть этими тремя способами вручную, статически определимую условно внутреннее, и если внешняя она статически определимая, если нет, тут еще опора какой-то, да, или длинная, неразрезная, ферменная балка, балочная ферма, неразрезная в виде фермы, да. И вот, значит, из воспоминаний по статике мы прошлись по стержням, балкам и рамам, кажется, да, рам рассматривают. Но просятся еще, конечно, другие конструкции, они там за дверью стоят, очередь у них, арки хотят войти сюда, да? Какие там арки вы знаете? Кричите, какие арки вы знаете? Двухшарнирные. Да. Двухшарнирные, молодец. Теперь они остальное скажут. Ну, уже начало положено. Трехшарнирные. Нет, вы уже сказали, вы не задавили. Лазарян, знаете, когда вот, за что ж я благодарен лично Всеволоду Федоровичу Лазаряну, что как он нас учил. Он делал каждую неделю две встречи, научные встречи, два семинара. Вот мы тут встречаемся раз в неделю, уже, о, уже надоели, да? А там он говорил, там, по вторникам в Дом ученых все приходите, по там, четвергам в ДИНИТ все приходите. И вот эти, или там в Институт механики. И вот это вот круговерть, там шли какие-то темы, чаще всего диссертации какие-то, предварительные такие защиты, разговоры. Но всегда он ставил задачу, как исправить человеку, или говорил о недостатках, ругал. То есть вот это вот научное обращение, как у нас сегодня, это, я говорю, я не ошибся в своем выборе вот жизни науки, что я все время учусь, прекрасно, интересная работа, прекрасно, научную пенсию получаю, прекрасно, это же пенсия, которая равна зарплате, когда ее считают. И вот это сейчас сокращают, выталкивают, прекрасно, рыбу ловить, но все равно буду вот с кем-то работать по науке. Это уже сделано так, что ты не можешь бросить, настолько это интересно и, ну, как бы
видно пути в небо. Тут. На каком-то из первых страниц в YouTube, там я так сижу, вот так руку, как я сейчас сказал, думаю, вот сейчас он как-то поймает момент. Значит, руку туда куда-то направляешь, в будущее. Так, ну скажем, давайте кончим еще какие. Еще. Нет, там три предлагают. Но это одна классификация по шарнирности, а еще по названиям, какие арки, по очертаниям, да? Там масса вариантов наших, вот, которые рефлексионские, наверное, с квадратной параболой. Почему квадратная парабола? Хотя, кажется, окружность легче, да, создать строительную. Создать такой радиус какой-то, там быстренько все сделать. А очертание чаще вот такое хитрое, не ровненькое для строителей. Почему вот такое? Ну там разные еще могут быть, там синусоиды, там, всякие восточные, очень красивые очертания для павильонов каких-то можно сделать, там луковицы какие-то еще. Квадратная парабола. Почему? Потому что при равномерно распределенной нагрузке появляется рациональная ось. То есть квадратная парабола не вызывает момент изгибающего приближенных моделей. То есть это вот тоже из истории, почему такие сооружения и для зданий, павильонов, и мостов надо применять. Почему пошло развитие, скажем, покрытий и мостостроения в бамперы сначала висячие конструкции. Почему? Потому что очень хорошо металл проходит на растяжение. Вот это вот камень несущий, там диаметром 1.5 метра, может быть, больше. И так из высокопрочной проволоки создать его можно, что расчетное сопротивление там гораздо выше в этой проволоке. И мы тогда можем надеяться на этот кабель. Хотя это и недостатки, что вот это запрятанное в огромном объеме набор там, тысяч проволочек, оно затрудняет контроль. Это проблема в шахтах, на канатах. Тоже как все время проверить, сложная среда. И вот в вантовых сооружениях тоже рассчитаны на выгодное использование металла. Дальше начинают комбинации, это сооружение вот, комбинированные, да, мы тут оборвали методы расчета, метод сил, потом перемещение, про метод сил уже забыли, инженеры сейчас компьютеры, вертания, МКР, никаких этих методов или там смешанных, я знаю МКР. МКР это форма метода перемещения, это почти то же самое по создание, скажем, канонических уравнений, идей. Ну, мы этим будем заниматься не теорией конечных элементов, а просто будем как пользователи использовать метод конечных элементов на разных процессах. Вот я сейчас начну рисовать примеры, которые вам предлагаю. Попытаться все-таки, несмотря ни на что, ни на какие сериалы, все-таки порешать на каком-то компьютерном комплексе. Я не говорю как, я буду спрашивать, какой результат вы получаете. Ну, например, что может быть проще консоли? Значит, если это равномерно распределенное сечения одинаковые. Часто пилоны на мостах делают одностоечные, вот такие на слабеньких там пешеходных мостах. Скажем, плоскости доски, плоскости продольной оси моста. Наш Мерехерсонский мост эту продольную ось моста
сделал в плане искривленного, это плоскость вертикальная, он искривлен в плане еще более сложное сооружение. Тоже был в Европе первым таким монолитным, мощным, большие пролеты и кривой в плане железнодорожного. Так вот, если на плоскости мы имеем какое-то сечение, возьмем квадратик пока, 1 метр на 1 метр, железобетон, и вы знаете, как со статикой, мы в прошлый раз уже вспоминали, мы со статикой можем обойтись так. Статика, создается инженером расчетная схема. Это расчетная схема статика. На какую нагрузку? Собственный вес. Пожалуйста, собственный вес. Рассчитали эту величину, там 2,5, это значит 25 кН на погонный метр. Вертикальная нагрузка. Нет ветра, где-то рассматриваем только этот случай. Тогда у нас получается сигнатура момента равна нулю, равна поперечной силе производной от момента. Ну тогда только сигнатура проводной силы работает по обе стороны. Красивая такая сигнатура сжатия на бинт. Дальше. Ну, можно тут для воспоминания найти напряжение. Вот продольные силы в этом загружении m делить на ада, максимум делить на площадь. Можете посчитать вручную, все задано, найдите напряжение на компьютере и вручную. Я не буду считать, что потом обсудим какие-то ответы. Второе загружение. Я говорю, а можно ли заменить эту штуку, чтобы потом я хочу к динамике сделать шаг от этой модели. Когда подует ветер, начнутся колебания, там всякие завихрения, вихревое возбуждение с засечением этого квадрата битвы, там дорожка Кармана, да, вот та Такомская авария, что мы видели, причиной же была вот эта вот дорожка Кармана. И тогда вертикальный или поперек потока, тут ветер будет вот так, а вот эти вихри, пустоты раскачивают уже как динамическая нагрузка в другом направлении, перпендикулярно. И там всякие галопирования, вот, зависят от формы сечения, потяжения и анализа этой штуки. Но я говорю так, дальше мы захотим уйти от такой постоянной модели с постоянным сечением и постоянной массой погонной, мы перейдем к сосредоточенной модели. А здесь можно к ней перейти с точки зрения вот этого только статического расчета? Значит, в динамике, как бы забегая вперед, я скажу, что вот там есть такие предложения, что тут невесомая часть, невесомая, а эта масса там примерно ну, четверть, 244 погонной массы умножить на высоту h. Здесь вот эта продольная сила, значит, будет h. В общем виде. Но есть q, есть h. Давайте зададимся. Сколько вы хотите, чтобы одностоечный пилон, на который мы потом прикрепим или кабель висячего сооружения, или ванты в обе стороны. То есть на такой высоте я уже задал сечение, значит, как вы хотите, сколько метров? Метров 5 поднять или 500? Какую дадим высоту, такую, что реально не сразу сломается, или близко реальным напряжением получится потом. Это уже интуиция, лишь на 5-м курсе. Ну, давайте 10 метров. Мы будем далеко ходить. Такого порядка может быть, смотря какой же пролет там, что мы будем навешивать потом. И как я говорю, тогда это будет масса, скажем, 10 на 25. То есть вот эта вот штука будет.
53 развита. Систему Си уважайте, пожалуйста. Ньютон, Паскаль, метр, секунда, герц. Иначе ничего не получится. Расчёт. Вот коните 10-6, 10-20, на чтобы была эта система в каждом дроби, в каждом вычислении, тогда вы не ошибетесь. И на компьютере. Там такие произволы допускают некоторые комплексы, что вы можете не заметить. Там модуль упругости там дали каких-то килоньютонов на сантиметр или на миллиметр, квадратный там, в общем, вот эта путаница. Вот ваш ньютон на метр квадратный, да? Значит, если вот так посчитать, то здесь только четверть из этой нагрузки будет, да? Значит, это 50 примерно, да? Пятая часть. А четверть будет там 0,5. Нет, почему? 55. Это я не прав, это масса, а здесь не масса, да, это сила тяжести. Это сила тяжести, а это надо вот так вот написать. Да, например. Значит, если считать вот динамики, говорят, что первая форма колебаний действительно имеет ту же частоту, что та система. Вот такой сосредоточенной массы, невесомый стержень, имеет такой. А в статике совершенно нельзя этой моделью пользоваться, потому что мы в 4 раза уменьшили напряжение, и мы можем ошибиться при подборе фундамента. То есть это только динамическая модель, и только для одной степени свободы, плоскости, доски. То есть вот тут масса ограничений сразу возникает. Дальше. Если я говорю, что ага, вот по такой модели можно посчитать устойчивость этого сооружения, ну, вроде бы что-то похоже, да, мы такое проходили, вот тут сила тяжести. Но если тут дальше 65 кН, я получу один результат, а здесь я получу другой результат в задаче критической силы и учета возможности потери устойчивости. Это вот ошибся Эйгер, когда делал выводы свои по эйгеровскому стержню, начал такие разговоры, скажем, все было хорошо при потере устойчивости стержня с консолью по концам и весомость. А когда он учил весомость, он ошибся, вот, забыл, что отклонение вот этого силы тяжести распределенной нагрузкой вызывает еще какую-то опорную поперечную силу, реакцию. И наш Александр Николаевич Инин с проспекта Гагарина, который преподавал, по-моему, в металлургическом, он вот эту ошибку нашел. Сделал новую ошибку. То есть у нас вся жизнь такая, друг друга поправляем. Иначе жизнь будет остановлена. Так вот, задача устойчивости это не подходит. Да, решение будет ошибочное. То есть тоже совсем другая схема. Наконец, попробуйте подумать, что будет дальше, да, если вы скажете, что это пилот висячего моста. Тут какая-то по касательной кривой кабеля будет усилие пролет держать какой-то там 100 метров, 200 метров, да? Какая-то сила. Она сжимает и изгибает этот стержень. Если в другую сторону есть оттяжка, они разные углы имеют, разные усилия, так что здесь уже ни о какой той массе речи нет, это усилия силовые, но не инерционные. Массы нет в этом узле, а есть только сила, которая будет сжимать вот эту вот, как бы от двух усилий,
И какие при этом будут происходить изменения в частоте собственных колебаний системы? Это тоже вопрос. Ну, вот я так бы дал для затравки уже очень много, как бы несколько задач. И на этом примере мы видим, что надо очень аккуратно вот все случаи рассматривать. И сейчас вы еще быстренько можете не записывать, но на слух. Я рассчитываю сейчас на ваш музыкальный слух. С меня требуют на кафедре, чтобы я дал темы своих дипломных или магистерских работ исследовательских. И вот я рассказываю. Я создал такой список огромный из двух групп. Первая группа для умелых пользователей, то есть человек, который уже на компьютере шарит, как вы говорите, догоняет, все там может задать. Тогда стальной каркас одноэтажного промздания с этажеркой. Я перечисляю пример. Да, вот одноэтажное промздание объявлено. Этажерка, значит, какие-то всегда видовки там стоят. Вот такой. Это же не штука. Порасследовать, как тут статика, динамика, и как влияют вот эти вот жесткости. А на прошлой лекции я говорил про международный стандарт для таких сооружений прямоугольного плана. Так вот я сейчас напоминаю, что там же есть рекомендации. А как влияет на те рекомендации, там, первых трех форм, их расположения, их частоты, вот это вот сооружение. Как это влияет на это? Ну, следующая работа. Второе. Стальной каркас многоэтажного здания. Вот это такой. С полужесткими узлами. Сидеющий. Это сейчас модно, это надо. Третье. Одиночное высотное здание различных конфигураций. Одиночное. Ну, ОПЗ, да? Производственное здание, каркас. Но разная конфигурация, то есть какие-то уже такие бородавки там вылезают, вот уже разная конфигурация, да, крест какой-то получился. Может быть еще что-то там, меч, это каркас разной конфигурации. Если удастся уловить там какую-то научную тенденцию изменения частот, значит уже полезная работа. Четвертое. Стальные каркасы объединенных высотных сооружений. Я показывал, какие вот в плане это может быть Куала-Лумпур, да? Все видели, это фасад, а в плане это может быть и 2, и 4, и 3. Разные связаны между собой. Это хорошо или плохо, и как это получится итог по, скажем, диагностике, по поведению, сравнить вот с международным стандартом. Может быть, если кто сильный, то дать предложение в международные комитеты по созданию новых стандартов для новых сооружений, мостов, зданий. Пятое. Метод Фламинго. Подшаков. Сегодня я убегаю раньше с занятий на метод Большакова. У меня выборы ректора сегодня. Мы с Егором делегаты на этих выборах. 14.00. Фламинго, знаете, над Хрущевками выстроили какие-то еще там. Скоро будет. Две Хрущевки сверху. Это надо этим заниматься, потому что так заявлять и не считать, не анализировать динамику, это смешно. Шестое. Арочный стальной двухъярусный мост. Стальной двухъярусный. То есть Киевский Подольск-Воскресенский, да? Проемом там 300 метров. Арочный мост двухъярусный. Солидный мост.
Седьмой. Висячий стальной мост. Висячий стальной мост. Там 100 метров пролет, хотя бы висячий мост. Восьмое. Квантовый трехпролежный стальной мост. Ванты, ванты. Вот эти вот красивые вера. Можете в мостах, можете павильон какой-то делать. Так, девятое. Вентиляторное градирование. Стальной каркас, вентиляторное градирование. Десятое. Винни-электропередач, он не валялся. ЛЭП, опоры башни, там 100 метров высота над Карпатами, там как-то же надо проходить над речными преградами. И открытые рассветные устройства тут же. Что там на станциях, на подстанциях происходит с этими конструкциями? Как там идет нагрузки, силы все приложены? Так, 11. Я буду просто так диктовать. Стальная решетчатая башня. Во-вторых,
малой архитектуры Седашка. Вот киоски, там всякие остановки на трамвае. Да. Это же огромное поле ягоды для экспериментов, для подачи картинок разных. Это с точки зрения наших динамических методов. Это первая группа была для мастеров. А вторая группа для умелых механиков, математиков и программистов. Поднимите руки. Умелые механики, математики, ну, программисты тут есть. Вот. То есть, ежели такой забредет, который знает там Мейплы, Делфи, C++, Маткарт, Мейпл, математика и прочее, Турбо, Паскали, да, то они вот тут могут работать. Значит, тогда уже звучит как бы диссертационно разработка, расчеты конструирования сейсмоизолирующих и ветродемпфирующих устройств и гасителей колебаний высотных и большепролетных зданий и мостов. 18. Разработка принципиально новых узлов и конструкций для сейсмостойких зданий и мостов. 19. Принципов и лабораторных моделей инструментально-программного с руками туда человека, новых технологий контроля технического состояния конструкции. 20. Разработка вариантов сейсмодинамических паспортов зданий и сооружений на примерах для создания дальнейших ДСТУ, не только для мостов, но вообще какого-то общего плана. 21. Составление компьютерных программ и примеров по динамическим расчетам нелинейных случайных колебаний строительной конструкции. Тут пока все было линейно, кроме вот оттяжек, которые могут выключиться из работы, и уже конструкционная нелинейность появится. 22. Уточнение существующих комплексов расчета взаимодействия с основанием, подвижными нагрузками, обрушениями, катастрофами, авариями, чрезвычайными ситуациями. Это вот такая работа с военными, можно работать. Штаб у нас, гражданская оборона, и МЧС. Предпоследнее. Известные и новые изобретения сооружения, работающие преимущественно на динамические нагрузки. Надо любить изобретать и копаться в них, и находить, да что это глупость, вот как надо делать, или изобретать самому. Я уговорил вот Денису Ярошенко, он уже патент получил, первое уже изобретение. И последний принципы проведения расчетов и моделирования динамики стальных сооружений методами компьютерной и экспериментальной механики на примере конкретного объекта. Вот это я с точки зрения организации нашей работы. Но и вообще на будущее говорю, что хорошо бы вот эти